Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в зомбиков. Итак, давайте продолжить. Нам сейчас куда-то опять бежать надо. Трущобы, подземная парковка. А, да, вспомнил, нам же там попросили что-то взять, что-то сделать. Блин, там еще отмычка. Вот я не знаю, отмычка, как это? Дверь открыть, тоже задание. Надо же как-то попасть туда. Ну давай, подземная парковка, когда паника, спасатели, так. Что-то там наделали. А этот хомяк затарился лекарствами. Давай, мы заходим. Это такая мини-миссия. Давай. Что у нас там? Зомбиленд. Так, соберите все наборы помощи при ЧС. Сложность труда, награда 2500. Давай, что я сделаю? Надо только, чтобы знать, где они находятся. Надеюсь, тут нет такого мега-мутанта. Блин, блин, блин. Куда бежать? Что-то, подожди, я что-то не совсем врубился. Все вроде показано. Это мне где перелазить надо? Вот здесь? Ну ни хрена себе! Это что такое? Вау! Беги! Это-то кто такой? Что-то типа главаря, что ли? Ни хрена ты! Ни хрена ты! Да тихо ты! Блин! Ну-ка, давай-ка. Огромный запрет. Так, до следующей. Ни хрена себе. Так. Что у меня есть? А как ее туда перебрать? А, вот. Так. Блин, это что за на... А, не на ту нажал. Ладно. Он куда-то прыгнул. Не попал. На. На. Ты еще, падла, так можешь? Ой-ой-ой.
Давай, где ты там? Это хорошо, что ты залезть не можешь. Блин. Подождите, а как это параметры управления? Как менять-то назначение клавиш? Движение. Действие. Использовать. Использовать два. Чувство выживания. Оглянуться. Атака. Пинок. Захват. Переключение прицела. Прицел. Перезарядить. Починить. К. Фонарь, вылечить, следующее оружие, предыдущее, следующий предмет, снаряжение. Меню оружия, таб, меню снаряжения, один. Один. А, вон оно что. Давай. Есть. Только я не знаю, можно из него стрелы-то доставать. Так. Ну, вроде нормально. Так. Где я тут промахнулся-то? Ай-яй-яй. Так, еще двое. Что-то я взял. Хреново, что я сейчас вот не могу вот так вот. А, вот стрелы. Стрелы могу собрать обратно. Видимо, я промахивался много раз или через него проходили как-то. Или как это? 17. Что тут еще могу взять? Ну, две стрелы где-то, да, затерялись. Вау! Ага, подождите. Простая доска с гвоздями. Половица. Так, ее разобрать. С улучшить, разобрать. Конечно. Идем сначала туда. Насквозь пробивать, как я понимаю. Так. Да, насквозь. Там эти толпятся там всей своей кучей. Аптечка, химикаты, еще что-то там. Бечевка. Ну давайте, вы что, исчезайте как-то, давайте там. Так. А, два чего-то уже предмета я собрал, да?
Ладно, давайте, блин, а то я немножко тут мандражирую. Незаметно выполните задание в зоне карантина. Так, не привлекайте внимание блуждающих прыгунов, не используйте маскировку. Что-то не понял. И внимание не привлекать. Подожди. Да хрен тебе. Подожди. Подождите. На. Да стой ты. Ой-ой-ой. Беги. Вроде неплохо. Давай ищем, ищем, ищем. Собираем. Что мы тут ищем? Ва-а-а, беги, 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 беги. Как хорошо, что я паркуром занимаюсь. Блин, или они так и будут ходить? Вроде неплохо, да? Сработал. Давай, 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 стрелы нужны. Все равно они, конечно, кончаются. Что за... Так. Давайте, иди сюда уж. На. Давай, я тебя в огонь пущу. Иди сюда. А, ну ты сам, да? Блин. Блин. Хреново. Так.
Стрела. Что там? Что там? Блин. Это что такое? Так. Нужны отмычки. Что-то не понимаю. Электрический ток. Ну вот что там был. Электрический ток. Так. Нужны отмычки, блин, хреново. Я как понимаю, они тут нескончаемые. Ну-ка, карта есть? Карта. Ну, в принципе, чё? Или это какое-то перемещение, масштаб, отслеживание, легенда? Подземная парковка. Так, немного сикотно. Ну как немного? Очень даже сикотно. Куда тут идти-то? Блин. Я боюсь фонари зажигать. Где, где? Блин. И вот такие в таких местах даже не сохранится, да? Блин, блински. Нужна отмычка. Так, еще один набор. Еще один набор. Ну. Что-то взял бечевку. Так, минутку. Так-то ни хрена в рукопашку с ними биться. На. Подожди. Так. Забираем. Что тут можно забрать? Все забираем. Давай. Блин, а я по ходу дела не здесь даже, просто так с ними воевал, что ли. Ни хрена себе, я просто так с ними воевал. Чё тут? Ну-ка давай.
Так, инвентарь полный. Где там ножка от стола? Доска с гвоздями. Раз забрать. Где? Ножка от стола. Раз забрать. Давай. Доска с гвоздями. Блин, а где ты? Раз забрать. Конечно, разобрать. На эту я сразу разобрать. Где ты? Половица. Что здесь у нас? Гранаты, патроны. Подождите. Так, из них ничего нету, все. Ну, поехали. Да идите вы. На. Я невежливый. На, тетки, за что? Она, может, любви хотела. Так, а подождите. Навыки. Бег. Это что у меня необходимо? Использовать движение атакующих врагов, чтобы бросать их, когда враг нападет. Нажмите Alt и выберите направление. Так, скользите, и во время бега вы сможете проскользнуть в дыры в стенах и другие низкие проходы для скольжения. Так, перепрыгивайте врагов. Для использования нажмите пробел, когда бежите к врагу. Сбивайте врагов с ног ударом в прыжке с разбега. Нажмите пробел во время бега для прыжка, а затем в воздухе нажмите U. Ну, давай, вот. Вот это. Неплохо. Так. Что-то синее какая-то. Хоп. Так, что, Крейн, вот. Дин, I'm almost there. I can do this. На. На. Да уйди ты. Где тебе помочь надо? Не вижу. Ладно. Подожди. Вы что, здесь в безопасности или что? Ну давай. Опа, награда. Нормально. Помог людям. Хоп. Да уйдите вы. Где вот искать? А вот где-то здесь. Ни хрена. Где? Кроссовки. Так, если это бахнуло с высоты, как я вот сейчас, значит, это должно быть, ну, примерно где-то на крыше. Я так предполагаю, по крайней мере.
Залазь. Где? Что тут? Опа. А, это испытание какое-то. Поспешите ко второму грузу. Заказ, собери 50 наборов реквизиций. Так, доставьте так. Да я бы с удовольствием. Но вот где сам груз? Иди сюда. Давай. Вот, вроде бы нашел. Ой. Еще разок. Обыскать. На. Подожди, у меня тут где-то стрела еще должна быть. Это что? Какая-то трава. Открываем. Еще один груз получается, да? Вау, а я могу все забрать. Я как все заберу-то? Я как понесу-то это просто? Это Крейн, я сейчас заберу груз. Хорошо, Крейн, теперь у тебя появилось новое направление работы. Пора переключиться на Раиса, слушай внимательно. Так, все, что найдешь груз с аутизмом, уничтожь его. Так, вполне возможно, что Раис наш человек. Что? Зачем? Это вынудит их на контакт с Раисом. Ты можешь пойти от имени Брэккена, как посланник, так сказать. Но здесь есть люди, которым это надо. Мы преследуем высшее благо, не забывай. Ни хрена себе разбить, блядь. Вы чё, дебилы? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, чё творю? Сжигаю, кошмар. Джей, возле... Я возле груза, антезина нет. Джей, нет? Черт, черт. Ладно, возвращайся и будь осторожен, монстры уже проснулись. Иди незаметно. Давай. Похоже, он меня услышал. Ой-ой, смотрите, какой он. Так. Ну ни хрена себе. Да подождите вы. Блин. Стойте! Ни хрена этих монстров-то! Тихо! Блин, они в меня харкаются, что ли? Ой! Вау, 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 вау! Блин, я ни хрена не вижу, куда бежать?
А, подождите, я вроде понял, я рядом с домом. Подождите. Да блин. Подождите. Блин. Ни хрена себе. Вау, очки ловкости силы удваиваются в ночью. Скрывшись от погони, ночью вы получаете дополнительные очки ловкости. Чем дольше вы играете вне безопасной зоны, тем больше очков выжимается получилось. Охренеть там. А ничего, что я почти сдох нахрен. От страха. Че у тебя? Изолента. Давай мне все давай. И простой короткий нож давай. Че? Вау, журнал боевых действий какой-то. Где у нас тут кто еще есть? Барыга, ты где? А ты кто такой вообще? Пока еще никак не фигурировал. Вот, вот барыга. Так, армейская лопатка. Ограниченное по времени предложение. Так. То ли взять ее. Давай вот это возьму. Или что это? Изящный короткий нож. Молоток каменщика. Давай. Это возьму. Чертеж. Супер пускатель. О. Ну-ка еще разок. Так, подождите. Чертежи. Это что, супер? Супер пускатель. Ладно. Так, это нам сюда не надо. Хотя подождите, у меня надо. Вот здесь вот и возьмем кое-что. Так. Улучшение. Урон. Купить. Купить. А, нет свободной ячейки, подожди. А, так я взял киштарт один. Все. Так, минутку. Куда здесь идти-то, блин? Все. Поднимаемся на лифте. Ну что ж. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. Потому что сейчас я пойду в баньки. Ночь же все-таки на дворе. Поэтому смысл бродить по башне. Если, конечно, сейчас ролика не будет. Нет, ролика нет. Пока.